И хотелось бы, чтобы судья погромче разговаривала. Да, что да, читает, да, я вообще не слышу. Она себе под такое ощущение, что она сама с собой разговаривает на суде. Что-то делается умышленно, чтобы мы не слышали. Наушники одевать надо. Вот, и в наушниках не слышно. Вот у меня мама одевает слуховой аппарат, и не слышно даже в слуховом аппарате, что она говорит. Как будто неуважение к людям, которые пришли сюда.